Депутаты ПДС платформы «Да» партии «Шоры» группы «Промолдова» пришли в пятницу в зал пленарных заседаний парламента. Однако у них не было кворума для проведения собрания законодательного органа. Следует отметить, что 5 июня депутаты парламента выходят из карантина. Он был объявлен 2 недели назад, когда у демократа Евгения Никифорчука диагностировали коронавирус. Позже этот диагноз подтвердился и у социалиста Владимира Мездренко. Массовое тестирование показало, что инфицировались еще 2 сотрудника парламента, помощники вице-спикеров Влада Батрынча и Александра Слусаря. Несколько дней назад пресс-служба законодательного органа сообщила, что коронавирус обнаружили и у сотрудника фракции «Платформа Да». Однако, по словам Слусаря, повторный анализ дал отрицательный результат. В связи с этим оппозиция обвинила власти в блокировке деятельности парламента.